доброго всім ранку. Щойно ви дивилися кліп гурту «Альфа-Альфа». Ось ці хлопці, так, дівчина. Так, це Беккі, це Майкл, знайомтеся. Доброго ранку. Да, доброго ранку, Харку. Так. Скажіть, будь ласка, які пісні, які пісні більше любите петь? От веселі или такі грустні українські народні? Веселі, українські зарубежні. Заметили, да? Да. Класний кліп, на самом деле, очень. Спасибо. А почему вообще вы решили петь именно украинские песни? Ведь у вас своя достаточно богатая культура, почему именно украинские песни? Да, вы знаете, мне кажется, что культура не только, не должен быть только в какие-то народы. Да, мы приехали в Украину учиться, и мне еще, я думаю, что можно учить украинскую культуру. И в украинской культуре есть музыка, одежда, еда, и все, что касается культуры. Поэтому, как вы же видите, мы уже хотим представиться в украинском стиле. Песни услышали, костюмы увидели, классные костюмы сами шили. Нет, у нас дизайнер. Есть дизайнер, да. Дизайнер украинец, да? Да. Местный, да? Да. Харьковчанин. Да. Костюм хороший. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот мама в детстве какие песни пела вам? Очень много раз. Не украинский, конечно. Можете вспомнить, так напеть. Силикао Бэби. Есть одна такая название Силикао Бэби. А можно чуть-чуть фрагментик? Так, окей. На украинском это, ты знаешь, когда ребенок не может спать, мамы обычно передумают, что делать, чтобы ребенок спал. И у нас в детском спели, как песня называется, «Силикао Бэби». Да, можно еще чуть-чуть спеть? Колыскова. Украинский вариант Колыскова. Можно чуть-чуть напеть так нам? Окей. Силикао Бэби, лео, мама вавна куда, лео, аджаку эбере, лео. Вот так, она идет, мелодичный такой. Знаешь, но песенку захотелось так подвигаться, а не спать, он ворочался. Да, но ребенок в руках, так, как Беки показывал, да. Чтобы она спала. Да. А вот давно вы уже так собрались вместе и поете вот именно украинские песни? Вы начинали, наверное, петь, ну, все-таки в Харьков, когда приехали, на английском, да, пели? Да, а потом да. уже выучили украинские песни, да? Да, да, да. И сколько вы уже вместе вот так поете? По-настоящему 2 года. 2 года, да? Да, да. Плюс 1 год по практике там, так, research. Мы что-то искали в библиотеке, когда научились украинскому, русский язык. Да, в подготовительный. Бабушка в деревню, в село не ездили? Записывали песни? Нет, вы знаете, эта тема украинской мовы являлась от один наш друг, да, его зовут Сергей. Но он куда-то уехал. И как, мы на эту идею смотрели, сказали, да, прикольно. Можно попробовать. Да, ну то есть идея. А сколько всего песен в репертуаре у вас? Украинский? Да. Где-то 5. Так пора уже свой репертуар расширять. Да. Ну вы же нам сегодня еще и споете, да, все-таки? Да, хорошо. Да, если вы желаете, будем спеть. Да, очень желаю. Майкл Беккет, это просто действительно вживую хотелось бы. Там еще и потанцуем с вами. Да, да. Майкл Беккет и Беккет, группа «Альфа-Альфа». Зараз буде пісня саме у їх виконанні. All right. У їх виконанні відбудеться це вживу. Це вже буде не кліп, а саме в студії Майкл і Беккі заспівають нам українських пісень. Вивід у нас сцену. Navari, Lila, ya Navari, ooh ha ha, boy, ya.
Sweetie wanna mama lady, fat and nice, ooh ha ha. My cholo brivaya, in that place ain't nothing nice. My beautiful, come on. Nafari, me laya, Nafari, me laya, Nafari, ooh ha ha. Boy, I cholo